I want to break free. I want to break free. Черти, что такое? Кто придумал этот праздник, это 8 марта? Черти, подарки какие-то ищешь все время, пылесосишь тут весь день. Кто вообще главней? Мужики или бабы? Ну, сейчас я вам все расскажу. Ну, давайте рассуждать логически. Во-первых, мы их сильнее физически. Можем больше от груди отжать что-нибудь, а также больше принять на грудь. Во-вторых, мы умнее, и не надо лала. Мы лучше и в шахматы, и в козла. Ум мужской всегда впереди. Все, что есть, мы изобрели. Даже бигуди. В-третьих, мы, конечно, смелее. Мы их защищаем, себя не жалея. А то, что они в горящую избу заходили, прошли в 5 классе и забыли. Мы остроумнее, между прочим. Мужики русские и не очень. Например, Ваня Ургант. Юмор просто шик. Тоже ведь наш, ну в смысле мужик. Быстрее, умнее, вы сильнее. Короче, мы планете тупо нужнее. Быть мужиком реально круче. Почему же они считаются половиной лучше? Почему лучей? А хрен их знает. И не потому, что детей рожают. Мы в это дело тоже кое-что несем. А вот они лучше, и все. Наверное, какие бы мы ни были брутальные, без любви мы не идеальные. Без любви мы пустая фактура, просто скелет и мускулатура. Любовь заставляет нас шевелиться, строить дома, с врагами биться, сквозь бурю плыть в чужие края. И она женского роду. Она моя. Мужики, не будьте пустыми фактурами, просто накачанными фигурами. Девчонок своих того любите. Пылесосьте ковры и подарки дарите. Милые наши женщины, вы у нас самое главное. Мы вас очень любим. А кого еще-то? Простите нас, если что не так. Любим вас. Обожаем. С праздником вас. С 8 марта. Самым главным праздником. Thank you.